Пить, наполнить, поставить. Взять, сожрать, порадоваться. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня, ребят, мы будем с вами играть в игру, которую я недавно увидел, и такой думаю, блин, это что-то мне напоминает, на что-то это очень сильно похоже, но при этом другое. Мы играем в The Raft. Давайте напишем свое имя и без лишних слов приступим к выживанию на плоту посреди океана. Я не буду рассказывать, в чем суть этой игры, потому что все наверняка знают, уже весь мир видел. Только я не знаю, потому что так я люблю делать. Я люблю не знать ничего. Мы на плоту, у нас крюк, мы капитан крюк. Акула! Как следует замахнемся. На! Это что такое? Стоп, нам нужно сгребать все эти... Как их там, доски. Что-то я ничего не взял. А, я какой-то тэч взял. Есть, поймал доску. Вот, в принципе, и вся игра. А, мы просто можем все, что на меня плывет, и до чего я могу дотянуться другой рукой, которая не крюк, то можно брать. Умри! Мимо меня нельзя! Ко мне! Интересно, я куда-нибудь в итоге приплыву? Надо загрести эту палку, я чувствую, а мне нужна. Есть! Как батика взял. Не знаю, что надо сделать. Акула вон там плавает, думает... Никогда я в жизни не достану ее, но я ее приманю. Я же хитрый человек. О, какой я хитрый. Как мне залезть? О! Осторожней. На! Поймаль! Или поймаль? А, я зато поймал доску. Сделаю себе подружку из нее. Это ноги, это руки, это волосы будут. Я буду не одинок. Бочка! Я хочу, чтобы моя подруга была красивая, с такими пышными волосами. И не нужна плешивая какая-то. Я же все-таки элитный человек. У меня такой плод зачет, а теперь есть бочка, на которой можно сидеть. О, там... Potato. Как удобно. Мы теперь будем кушать. Кстати, у нас же тут, видите, есть вода, жажда, голод и здоровье. Любовь, точнее. Я полон любви, как вы видите. Иди сюда, моя сладенькая. Швырнуть. Умри же ты. Она не любит шутки. Так, все, соскребаем себе. Пока что очень весело. Я бы сказал, слишком весело. Есть. Ха, тряпка саная, думала, уплывешь от меня. Очень хорошо, я считаю, что не надо рубить дрова. Я ненавидел это во всех играх выживания. Нужно стоять, долбить по пальме, по елочке. В общем, не люблю я рубить деревья. Это очень долго сюда. И камень добывать тоже не люблю. Ты чё? Ты чё вздумала? Эй! Крюком тебе в... Стоп, я могу оседлать ее? На! Она отхавала от меня кусок. Вот что ей нужно было. Пора крафтить. Так, я не понимаю, что мы можем делать. Это что? Топор. Мы не можем топор крафтить. Но мы смогли какой-то молоток. А, вот мы и делаем фаундейшены. Но нам нужно очень много ресурсов. Опа! Мега-бочка. Мне. Взял тебя. Это будет тело моей подружки. Стоп, я кашляю. Мне воды надо. Срочно. Как? Ага, веревку нужна. Как сделать веревку? Есть, крафтим. Я почти выжил. Скрафтил. Вот сюда, пожалуйста, поставьте себе. Или галты палечкой поставь. Вот. Кипятись, вода. Бочку. Не уходи далеко. Целую бочку просрал. Ладно. Как добывать? Может быть, палки туда положить, чтобы грелось? Я не понимаю, ребят. Я, кажется, сдохну. Чувствую я, как подохну. Рыбу можно еще делать, да? Ладно, давайте скрафтим. Это много веревки, я думаю, нам пригодится. Это какие-то трубы. Вообще без понятия, ребят. Нет у меня понятия ни малейшего, что я творю. Поставлю прямо здесь. Класс! На! Игра окончена. Мы же все слышим, как я кашляю. Я же кашляю. Имя. Хукер. Первая приплыла акула. Мы с ней ничего сделать не можем. Давайте пока изучать. У нас есть копье, чтобы акулу бить. У нас есть топор, чтобы, не знаю, рубить. Чтобы срубать деревья. То есть все-таки я буду здесь рубить деревья? Мы что, причалим к какому-то острову? Мне вот интересно, кто же там так смачно подох? Так много ресурсов ко мне идет. И... Отлично, тряпку поймал. Палка, у меня особые планы насчет нее. Оп! Вообще, это очень забавно оказаться в такой ситуации, где тебе нужно ресурсы просто подгребать. И что-то из этого строить. А, это я не тряпки добываю, это металл. Сани не хватает здесь, ему бы понравилось. Или наоборот, он бы взбесился. Он не любит, когда его металл забирают. В первую очередь, нам нужно решить проблему с водой. Я вообще без понятия, как ее добывать. Скрафтить все. Скрафтить. Теперь мы должны сделать котел. Нужно больше вот этих труб, да? Вот. Или что? А, нет, нам нужно больше металла. Зря я настругал металл. Сделал какие-то трубы, не нужны никому. Вон металл. Есть? Вот сейчас я загребу сразу два. Схватил. Хо-хо-хо, ко мне. Кто-то целеустремленный слишком. Нет! Кш-кш-кш-кш. Дрянь, ненавижу тебя. Ладно, я не могу сейчас с ним сделать. Мне придется позволить ей это сделать. Я отомщу. Я попытаюсь с тобой, я тебе обещаю. Так, давай весь металл. Мой. Мне кажется, мы готовы это сделать. Скрафтили. Жаровню скрафтили.
грядку. А, молоток нужен. Мне не хватает металла. Мне нужно металла побольше. Вот сюда. Класс. Сам себя не похвалишь, да? Никто не похвалит. О, ноу. О, ноу. Начинается. Сейчас. Вода. Скрафтить. А я же скрафтил уже, да? Это же она есть. Чем мне крафтить ее снова? Ставить. Пожалуйста. Я не представляю, ребят, что мне нужно сделать, чтобы наполнить. Блин, как все бесит. Может быть, надо просто ждать? Так, давайте это сделаем. Чтобы, может быть... О, хорошо, напиться, нет? Нет, это не работает. Блин, сейчас сдохну, ребят. Я не знаю, что делать. Может быть, встать на нее, не понимаю. Я умру сейчас. Как добыть воду? Что я построил? Оп. Я сделал перегородку. О! Удочку давайте скрафтим. Мне кажется, я сдох, потому что скрафтил удочку. Не нужно было этого делать. Ну что, Крюк, мы снова попытаемся сделать это. Как ты думаешь, как же попить водичку? Молчишь, да? А, вот эту штуку может быть наполнена соленой водой. Все, спасибо, спасибо, я понял. Наконец-то. Мы продвинемся в этой игре дальше. Бочка, иди ко мне. Я теперь знаю, как делать воду, так что... Беги от меня. Мы же можем делать еще круче. Еще более дерзкий способ. Мы такие, раз, два. Ладно, это опасно, нет. Испугался. А, видите, у нас еще... Мы можем замерзнуть, вода холодная. Мы в антарктических водах. Котел готов, вот сюда. Вот оно добро, ко мне прям в руки идет, отлично. Можно делать банку. Давай, банка, наполнить. Вот, хорошо. Ой, элегантно держу. Я из Британии. И даже вонючую соленую воду в этой ссаной банке я буду держать очень грамотно. Ну все, мы готовим. Получается, дрова не надо. Котел для рыбы мы тоже можем сделать. Пусть здесь стоит. Класс. Делаем удочку. Ой! Нет! Нет, только не это! Не пить воду! Главное, выпить! Ах ты, сволочь, нет! Как мне перенести? Ты испортил мне жизнь, тварь! Я уже и есть начинаю хотеть. Так, это можно пить. Ладно, применим. Буль, very good. Необычайно тихая и спокойная игра. Аж бесит. Полезный урок на каждую ячейку по одному важному предмету. Я обучаюсь. Я просрал. Как-то бесит. Я не закончу играть на сегодня в эту игру, пока не убью акулу или хотя бы не пырну ее разок. Нужно сделать копье. Как оно делается? Нужно... Все очень просто. Блин, я испугался как. Вот, таким образом мы защитили свой котел. Это самое важное. Теперь мы сделаем то, что я очень хотел давно сделать. Это копье. Кому-то воткнем. Смотрите, пришло время биться. На! Тыкнуть! Тык! Шмык! Тык! Глаз! Победа! Подожди, как ловить? Наверное, вот так, да? Тихонечко вести. Вести. Тащить! Взял? Я поймал рыбу! Чувствуйте мастерство. Отлично, у меня все получается. Я выживу. А, давайте попробуем поставить лестницу, что ли. Лестницу как-нибудь, что ли. Вот сюда. Пить, наполнить, ставить, греть. О! О! Тыкать! Тык! 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 Спас! Надо бдить, понимаете? Чтоб, а у меня что, их два? Нафиг мне их два. Видимо, на нервах скрафтил. Такое у меня бывает. Я обычно, когда нервничаю, крафчу что-нибудь. Оп, давайте поднимемся сюда. Прекрасно, прекрасно. Я думаю, надо окружать себя фаундейшенами, чтобы прям вот совсем не было вариантов у акулы. А нафиг я туда поднимаюсь? Вообще, какой смысл строить это убежище? Если я его не буду строить, то мне что-то будет за это? В принципе, да, если я не сделаю крышу над головой, чайки загадят меня полностью, пока я буду спать. А может быть, я хочу этого? Ладно, drink water, eat shit, that's all I do. Ладно, давайте попробуем заняться строительством. Поскольку, я так понимаю, мы решили проблему с выживанием, мы сделаем еще один фаундейшн. Мы можем вообще по всему периметру сделать, да добывать себе еду. Ой, ресурсы. Вот так, вот так. Слушайте, это просто гениально. А бежать можно? Бежать можно, вот я бегаю. А, стоп, я могу менять узор. Зачем мне это? Пилары. Тоже, в принципе, не особо нужная вещь. Так, стоп, вот. И нужно сделать веревок побольше. Так, может... Стой, не одумайся. Одумайся, уйди. Наполнить... Загрести, поставить. Достать из кармана рыбу, сожрать. Так вот, я делал красивый узор. Посмотрите. Вот так. Вот так. Это очень красиво, ребят, если вы не знали. Ладно, чтобы сделать второй этаж, смотрите, я просто подхожу вот так вот. Сейчас, смотрите. И просто ловлю все это. И больше никаких проблем. Мне даже в воду лезть не надо теперь. Чувствуйте это. Челлендж. Стоп, эксперимент. Эксперимент. Я хочу закинуть прямо вот сюда. Поймали здесь что-то другое. Оп. Че, поймал?
Такое же. Рыбешку жарить, водичку пить, налить, сюда поставить. Хорошо. Рыбешку жарить, водичку пить, налить, сюда поставить. Хорошо. Рыбешку жарить, водичку пить, налить, сюда поставить. Хорошо. Можно сделать велосипед и такую разгоночную полосу, и так вжу, дай в воду, чтобы хоть как-то развеселить себя. Наверное, стена нужна мне, чтобы не видеть это зло, этот мир, который тяготит меня своей агрессией. Я закроюсь в своих стенах и буду жить радостно. Стоп. Что-нибудь здесь не могу поставить? Очень странно, я не могу поставить здесь. Но могу поставить здесь. Эти стены, они очень мне нравятся. А здесь мы поставим тогда стенку, чтобы вот надо поставить с окном. Каким-то образом не ставится. Ну, я не знаю, почему. Ты что удумала? Дура. Уходи. Ты не права совсем. Ладно, могу фаундейшн поставить вот наверху. Надо забежать сюда, да проверить. Нет, не могу. Потому что пилар. Обязательно. Вот так. Стоп! Кушать! Поймать рыбу! Поймать! А, у меня же там одна есть. Ну ладно, еще поймаем. Взял. Съел. Пить, налить, поставить. Ой, я сожрал. Фу, сожрал сырую. Класть. Пить. Налить. Забрать. А, вот, флор. Вот оно что. У меня теперь есть второй этаж. Мы можем сделать грядку. Чтоб дерево, да, посадить дерево. Мы посадим дерево вот здесь. Ох, как садить. У нас есть семена. Мы сажаем семена. Пить, наполнить, поставить. Взять, сожрать, порадоваться. Пальма растет. О-хо-хо-хо-хо. Это же крутая штука, давайте ставить. Ловись, предмет большой и маленький. Пальма растет, скоро я ее срублю. Я ее выращиваю, чтобы срубить. Я знаю, что ты задумала, я уже готов тебя пырять. Ага, пырять. Сдохла. Нифига себе. Давайте. Мясо акулья, мы никогда еще его не получали. Скорее готовить. Больше не надо париться. Вот, прикольное мясо. Как много всего поймалось. Ребят, я процветаю в этой игре, неужели? Я буду толстеньким на этом плоту. Когда меня найдут, они офигеют. Они подумают, что, знаете, китобойное судно будет проплывать мимо. И такие увидят, китяру вынесло на плот. А это я, просто я. Опа, кто у нас тут вырос? Да с кокосами еще. Я в душ вложил, чтобы уничтожить это все. Падай. Кокос! Кокос упал! Где? Куда? Я не взял? Я просрал. Что ты делаешь? Ах ты дрянь! Все же меня волнует, где кокос, блин. Неважно. Грядку хочу сделать. Она будет расти наверху. А тут пора сажать картошечку. Гони кокосы, пальма. Ненавижу тебя. Стоп! Есть, взял! Я просто его съел. А, и я сделал из него семечко. Я понял. Здрасте. Вы не туда попали. Она меня куцанула. Сундук поставлю здесь. И сюда мы сложим весь металл. Вау! Смотрите. Картошечка растет. Собрать. И приготовить. Вот, давайте картошечек нажарим еще. Водичку взяли, попили и поставили. Ана, пальма, ты меня достал уже. Давай, умри. Она исчезла. Мы получили пленки. О, крошка картошка сделалась. Какая прикольная. Пели. Я устал ждать неизбежного конца. Все, чего я хочу, это забрать с собой в тот мир акулу. Я понимаю, вы сейчас кричите, нет, Евгений, не делай этого. Ты еще можешь выжить, все образуется. Но нет, хоть я и сделал себе подружку из досок. Но знаете, тратить 6 дней на выковыривание из себя за нос, это не так уж и весело. Пусть лучше этот плод достанется кому-то, не знаю, другому. Вот я, видите, сколько ресурсов соберется. Я пошел сражаться с акулой. Вон она. Города! Страшно немного, но я не боюсь. Я сука, как стекло. На! Это честная битва. Все, я выкинула на рабочий стол. И на этом мы закончим с вами, ребят. Я рад, что я покинул этот плот, он меня очень сильно угнетал. Игра интересная. Я, в принципе, придираюсь. Я понимаю, что это просто абсолютно мега сырой билд, но вы знаете, как я отношусь к ранним альфа-версиям. Я их презираю. Но если сделать так, что игра будет постоянно подкидывать сюрпризы, то, может быть, очень даже интересно будет в нее играть. В общем, на этом мы с вами закончим. Огромное всем спасибо, что смотрели. Я надеюсь, вам понравилось. И если вам понравилось, то обязательно поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и в Стиме. Все ссылки будут в описании под видео.
С вами был Юджин. Люблю вас, обожаю. Целую, обнимаю. И огромное, ребят, вам всем спасибо, что вы здесь. Вы не представляете, как важно ваше присутствие на этом канале. Насколько сильно я ощущаю всю эту позитивную энергию от вас, ребят. Обожаю вас, люблю, целую, обнимаю. Прям жесть, как и даю пятерю напоследок. С вами был Юджин. И пять!